Республике Дагестан исполнилось 100 лет. С юбилеем братский регион от имени многонационального народа республики поздравляет глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Необыкновенная красота природы, богатейшая история, культурное наследие народов делают этот уголок по-настоящему уникальным и притягательным. Сегодня регион преображается и развивается во главе с опытным и грамотным руководителем Сергеем Меликовым. Желаю процветания и дальнейших успехов, говорится в поздравлении. В рамках празднования столетия и в соответствии с подписанными ранее соглашениями состоялся визит делегации Республики Дагестан в школу номер 2 города-курорта Теберда. Учебное заведение названо именем Магомеда Халилова, уроженца Дагестана, который более 40 лет посвятил становлению и развитию тибердинской школы. Подробности у Мурата Джанкезова. После обязательных антикоронавирусных процедур традиционно чаша айрана встречает гостей, ученики и педагоги школы. Ах, Дагестан! Страна прекрасных гор, страна ветров, озер великих. Так удивительно широк ее простор, приветливы людские лики. Кто побывал один лишь только раз, увидев красоту земную, оставит память в сердце тот Кавказ, который манит, радует, чарует. Затем гостей пригласили осмотреть пришкольный музей. Опытные экскурсоводы, ученики школы рассказали об истории и достижениях учебного заведения, которые неразрывно связаны с именем выдающегося педагога, народного учителя, заслуженного учителя Карачаева-Черкесии Магомеда Халилова. 40 лет он проработал директором школы. Магомед Смолович – это эпоха. Это эпоха такого большого отрезка времени. Нужно сказать, прекрасного, нравственного отрезка времени. Мы работали с Магомедом Смолычем. Многие сидящие здесь, нам посчастливилось работать вместе с ним по 20 лет, по 30 лет. Это были незабываемые годы. Магомед Халилов имеет аварские корни. Его предки жили в селении Хубар Казбековского района Республики Дагестан. Встреча в тибердинской школе была организована постоянным представительством Республики Дагестан в Карачаево-Черкесии и проводится в рамках 100-летия образования Республики Дагестан. Халилов, вы, наверное, знаете, что он был, у него корни были дагестанские, и он всегда говорил, что он дагестанец. Просто я сам был лично с ним знаком, спокойным, и мы просто это все вспомнили и решили эти мероприятия провести именно в этом городе, в этой школе. За последние два десятилетия заметно укрепились связи между республиками. Побратимами стали города Карачаевский Дербент, Карачаевский городской округ и Левашинский район. У нас есть такой же договор с Малокарачаевским районом Республики Карачаево-Черкесия и с Унцукульским районом Республики Дагестан. И почему именно с Унцукульским? Потому что в Малокарачаевском районе, наверное, все знают, в поселке Перемайский похоронен сын имама Шамиля Мухаммад Шафии. Гости подарили школе большой макет аварского аула, выполненный искусными мастерами. Ну а школьники подарили гостям памятные сувениры. Мурат Джанкезов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Теберда.